Взяли Потемкина. Вот, все четко сделали. Ну, нервничали, но в целом было, ну, опасно. Но задачи выполнили. Это самое главное. И теперь там мирный уже себя лучше чувствовал. Я общался с там Раисой, общался прям у них как камень с плеч, блин, честное слово, блин, так приятно это было. Они там воды сразу, что-то поесть, там, что-то как-то помочь. Ну, и я заметил, что у них вот, это очень классно. А, сработали четко, зашли с флангом. Они ослабили немного позиции, но этим воспользовались своевременно. Это, ну, так что командование за это респект. Артиллерия хорошо отработала.